Всем привет, вы на канале Arm Wrestling My Life, и сегодня мы увидим поединки двух больших мужчин. Итак, поединок у нас между Ливаном и Геннадием. Ливан слева, Геннадий справа. Почему они кричат? Равная борьба, так сказать. Кто тебе больше нравится? Геннадий. Почему? Не знаю, просто. Первое, что в голову пришло. Давай, Геннадий, рви. Ну, почти, да. Какой он грозный. Так, кто же победит? Все, проиграл лох. А сейчас финальный поединок между Ливаном и Геннадием. Так, разрыв. Ой, тут и фол. Фол у кого, не знаю. Но это не важно. Итак. Ой, Ливан. Это же Ливан, да? Ливан слева опять. Геннадий справа. На этот раз я за Ливана. Потому что он выиграл. Итак, разрыв, да? Итак, Ливан, что за гейские штучки? С вами была комментатор Аноним. Я вообще не умею комментировать, и меня заставили. Поэтому не судите, так сказать, строго. Пишите комментарии и ставьте лайки обязательно, только неплохие. Я буду читать комментарии обязательно, только не пишите плохих.